все едем. Оля, помаши, тетя русская. Мы идем. Регистрируемся. В общем, наш завтрак перед самолетом был немножко лишним. Нас вот так вот прекрасно кормят. Что вы думаете, у него-то Леша даже прослезился, какая красота тут. А, у него курица. Кофе. Так, это у нас белое вино, чин-чин. А, граждане, мы вышли на землю итальянск. Последний раз лично моя нога была тут 20 лет назад. Аэропорт в Берегине. Ну, идем проходить паспортный контроль. Фух, красота и счастье. В принципе, похоже на Губкин. Я начала снимать. Нет, конечно, не Губкин, а и далее. Привет! Ага, вот. Ну, в принципе, мы на месте. Сейчас заселяемся, а вот тут, кто знает что, да. Мы живем на море. И сегодня у нас выходной. Сейчас мы тут дружной толпой заселимся. На террасе, когда все толпятся. Подтягиваются с чемоданчиками. Шикарно, тебе нравится, мне тоже. Наши апартаменты. Сейчас будет первое. Сейчас мы пропускаем. Да. Я с Леной живу, я уже занята. Ну, да. Рум будет. То есть... Ой, какие маленькие кровати. Рум-тур. Ой, Юлечка. Ну, это... Я специально первая реакция. Здравствуйте. Все мы в масках, как видите. Здесь сразу показываю. Туалет. Ванная, все приличненько, красивенько. Пошла. Сообразим. Вот так, люди, мы любуемся. Будем дышать воздухом. Тут кто-то уже рядом живет. Вот эту штуку я или открыла, но у меня получилось. Мы две царицы. Я тебя снимаю, сейчас все проветрим. Так, кто ходил на море, я не ходила, кто в бассейн. Вот у нас тут бассейн, ну, говорят, там очень жарко. Нет, в номере сидели жарко. Тут у нас вот выходишь и минута. Бассейн. Ну, пока что солнце полно, это мы пойдем вечером туда. Красота. Мы вышли вот отсюда. Всем ку-ку. Ребят, привет, мы идем гулять. Уже больше половины сходила наших, искупалась. Вон туда вперед, вон там море. Ну, я пойду попозже. Я же как этот, как вампир, тень еще не откидываю, но солнышко боюсь. Ну что, пойдем гулять на улице. Такие заваляшки хорошие. Вообще вам классно. Мы ждем, все тут сидим, автобус. Едем на обед. Хотели сходить. То есть вот так, хорошо, пусть уваляется. Это... Мы... Вроде можно и тут посидеть, но мы сделали похитрее. Тут там жарко, а тут этот какой кондиционер. Так, это у нас так выглядит шведский стол. То есть самому брать нельзя, можно подойти и сказать. А сейчас оно все вот наложит. Все пришли мы. А там у нас море за окном. Так, вот это мое. Утро доброе. Из нашей белой столовой.
Я тебя сфоткаю в маске? Да. Можно сюда одевать? Можно. Всем нравится блестящая маска. О! Вон я. А Ленка решила. Прекрасно, да. Вот эти мы хорошие. Сейчас Оля будет фотографироваться, она нам все закроет. А я рассматриваю белый парус. Белеет парус одинокий у меня тут. Да. Всем доброе утро. Морской, доброе утро. Мы все... Привет, Юля. Здравствуй, Лена. Приятного аппетита. Может быть, номер у нас вот небольшой такой, где-то больше, но самое в нем классное. Сколько я прошла шагов? 10-15. И тут, извините за пальцы, и тут бассейн, и я пошла чилить в бассейн, пока нет солнца. Открываем. А, вот на себя. Ну, надо же соображать, куда идешь. Я пошла поплаваю. Потом есть некоторые планы на гастротуризм до отъезда. Сегодня у нас концерт в другом городе, поэтому мы уезжаем раньше. Зазываем Жора. Он оттуда выскупается в бассейне у нас. Привет, привет! Сумки по 10, ты помнишь? Я помню, ты вот расскажешь, да, где сумки по 10? Да. Нас все интересует, и пиво, сумки по 10. Да. Привет, здесь сплю я. То есть это то, что я решила привезти с собой. Ну, конечно, куча санкционки, что вот это вот грана падана, двух видов пармезан. Вот сыр кинара, не знаю, такого будем пробовать. Кофе, пармезан рыночный, типа фермерский. Всякие виды паршутов, черных мясов и кайбасиков, все типа местного производства. Это мы на рынок ходили. Ну, пастой никого не удивишь, но что-то у меня вот я с чернилами каракатицы еще взяла себе. И, ну, вот такая разноцветная штука меня подкупила своей красивой. Ну, тут и две пары обуви, сказали брать обе, я взяла обе. Ну, все, собрались. Сейчас вон Юлька тоже собралась. Выкатываемся, ну, мы вернемся. We'll be back. Хочу сказать, что кроме нас в этом отсеке аэропорта никого нет. Везде свои люди. Мы. И все. Ну, конечно, вина тут полно. И вот ликеры стоят. Я ищу стрегу. Не хочу лимончелло. Ищу... Стрегу, которая с куркума типично такая. Ну, я ничего не вижу. Все налетели в бьюти-фри на обувь. Что, меришь, да? Машина. Вот, какие-то нравятся. 70% скидка. Я по нахуй купила обувь за смешные деньги. Вот, Дашка тоже что-то меряет вообще. Какие клевые. А носков тут нет? Помахите тете ручкой. Ура! Все, мы в Москве. Шапка в 15 градусов, вообще прекрасно, она от мороза. Только так.